Петрозаводске у обелиска «Колокол Чернобыля» состоялся митинг, посвященный 37-й годовщине крупнейшей техногенной катастрофы в современной истории – взрыва 4-го энергоблока на Чернобыльской атомной электростанции. Почтить память ликвидаторов аварии пришли их родственники, представители духовенства, муниципальной и республиканской властей, сотрудники Главного управления МЧС, а также те, кто стоял с погибшими плечом к плечу. Ваш подвиг спас жизни многих. И он останется в памяти навсегда. Тем, кто ушел, тем, кто отдал свою жизнь, вечная память. Тем, кто сегодня в строю, слава. На ликвидацию последствий катастрофы были направлены около 1200 жителей Карелии. В живых из них на сегодня осталось меньше половины. Трагедия Чернобыля нужна не только для нашей страны, важна, но и для всего мира. Мы защитили, считай, не только нашу страну, но и всю Европу, потому что след чернобыльский был и в Норвегии, и в Швеции был. Поэтому это для всех важно. Это предостережение для всех о том, что нельзя допускать такого грубого обращения с мирным атомом. Завершился митинг минутой молчания и возложением цветов к обелиску «Колокол Чернобыля».